Начните с создания записи, нажав соответствующую кнопку в навигационном меню. В поле «Заголовок» укажите тему вашего топика. Укажите подробности вашего маршрута в поле «Текст». В панели форматирования выберите инструмент «Компас с карандашом». В открывшемся редакторе вам доступны такие инструменты, как масштаб, линейка, установка точек, меток и прокладывание непосредственно маршрута. Выберите инструмент «Проложить маршрут» и с помощью него создайте свой маршрут на карте. Последнюю точку маршрута устанавливайте двойным кликом, после чего в открывшемся окошечке выберите цвет линии, прозрачность, толщину. По завершении создания маршрута нажмите кнопку «Сохранить». Для того, чтобы проверить правильность только что созданного маршрута, воспользуйтесь предпросмотром. В начало и конец маршрута автоматически добавились соответствующие значки. По нажатию в метках показывается информация о длине маршрута в километрах. Чтобы отредактировать маршрут, выделите соответствующий тег карты в поле «Текст» и нажмите «Компас карандашом». Например, вы можете добавить метки с кратким описанием к вашему маршруту. Воспользуйтесь соответствующим инструментом в редакторе «Добавить метки». Если вы предполагаете достаточно объемное описание точек в тексте топика, вы можете воспользоваться нумерованными метками. После внесения изменений или добавления точек нажмите кнопку «Сохранить». После каждого внесения изменений в маршрут мы рекомендуем пользоваться предпросмотром. Созданный маршрут можно опубликовать либо сохранить в черновиках. Не забывайте ставить тег «Карта» для каждого маршрута. Спасибо за внимание. Хороших вам покатушек! Скринкаст подготовлен для проекта velorama.net.